Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы нашли Редгар, который ищет какие-то непонятные наемники. По ее словам, это ассасины-убийцы, которые хотят ее крови. Я согласился ей помочь, потому что, во-первых, это гарантирует мне нехилый вроде бы профит, а во-вторых, это все-таки хоть одно доброе дело будет за последнее время, которое я делаю. Знаешь, в чем сейчас проблема Скайрима? Все только и думают. Как мне сказали, один из местных, вернее, один из этих ассасинов находится где-то в местной тюрьме. Местная тюрьма. Нет. Мне почему-то все показывает квестовая указка, что нужно идти к ним в Рорикстед. Однако мне нужно сейчас в тюрьме. А тут, видимо, тюрьма. Как-то я туда попаду из казарм стражи, я думаю. Вообще я там, так что по идее мне должны без проблем туда пускать. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Да, казарма довольно-таки не алё, как говорится. Где же ваша тюрьма? А, вот второй указатель. Хорошо. Драконий предел. Хорошо, понятно. Это все-таки загород. Все хорошо. И правильно делаешь, что хочешь надеешься. Поговорить со старой женщиной? С такими я еще не встречался. Ну и слава богу, как говорится. Смотри, какой арбалет вместо руки, да? Так. Где-то здесь. Вон в ту сторону куда-то. Подожди, куда он мне показывает? Оно все-таки в городе, что ли? Да вы гоните. Ну тут вот Рорикстед, где-то вон там. Да? Я правильно мыслю? Да, вот Рорикстед. Но нам, похоже, обратно в город надо пилить, потому что указка-то показывает прямиком обратно в двери. Так что зря я вышел. Зря. Зря. Меч красивый. Местные гномы, как обычно, жгут. Так, мне, видимо, в дальний конец города надо пройти. В этом городе, кстати, я заметил, вся музыка из Morrowind. Ну, то есть из игры. Я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Тебя убить, интересно, можно? Нет, ты меня уже заманал, честно говоря, своими речами. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Да-да. Так. Драконий предел, это у нас, похоже, вот эта вот штука. А турма у нас, возможно, за ней. Да, тут я еще ни разу не был, кстати говоря. Драконий предел подземелья. Круто. Я даже не знал, что тут есть такое. Поселение. Ой, поселение, говорю, здание. Меня пропустишь? Не распускай руки, воришка. Ты сейчас добазаришься, по-моему. Воришкой будешь штаны обзывать. Иди сюда. Чего смотришь? Кимату, где он? Тебе жить надоело? Если тебе известно это имя, то ты знаешь, что встреча с ним все равно, что встреча со смертью. Но, похоже, у нас обоих есть потребности. Мы могли бы помочь друг другу. Что нужно? Я обесчестил своих братьев тем, что попался.
и они бросили меня здесь. Мне больше нет места в Аликре, но у меня нет никакого желания умирать в этом богами забытом месте. Если я выберусь из тюрьмы, то смогу начать новую жизнь. Помоги мне, и я скажу тебе все, что тебе хочется знать. Ну, конечно, когда же оно все было просто. Большой у тебя штраф, у меня денег нету, я все на мебель потратил. 100 золотых обеспечат мне свободу. Тебе ведь это по карману, так? Надеюсь, что по карману, если тебе нужно что-то узнать от меня. Отдай деньги кому-нибудь из стражников, и я скажу тебе то, что ты хочешь узнать. Почему тебя бросили здесь? Потому что я попался. Кимату всегда говорит, что мы должны быть лучшими из лучших. А я не был. Ладно. Понятно. Так, что у меня по деньгам? У меня 95 золотых, обалдеть. Братья Бури, имперцы, драконы. Пусть лезут. Мне без разницы, кого убивать. Интересно, где бы мне 5? Тихо. 5 золотых у кого-нибудь спереть бы? Потому что бежать до магазина мне, честно говоря, не очень-то и охота. Все хорошо, надеюсь? Да, отлично. Так, ну что, неужели тут нет ни у кого 5 золотых? Барабан мне не нужен. Да, как назло, когда нужно, денег ни у кого нет. Придется по-быстрому метнуться в магазин. Короче, ладно, не буду вас этим утомлять. Схожу туда обратно. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Да-да-да. И там уже продолжим. Так, и вот мы тут. У нас 112 золота. Я продал одно зелье лечения. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Я хочу уплатить штраф за этого человека, и ты как раз получишь деньги, чтобы глотнуть своего меда. Пожалуйста. И заодно уговори его не лезть больше в город. Надеюсь, оно того все стоило. Эу. Чего смотришь? Поговорим о том, как мы можем помочь друг другу. Ты выкупаешь мне свободу, а я скажу тебе то, что ты хочешь. Твой штраф оплачен. Хорошо. Кимату обитает на западе от Вайтрана. Там есть небольшая неприметная пещерка, называется Логово Плута. Ты ведь понимаешь, что если сунешься внутрь, то никогда не выйдешь оттуда. Тебя убьют. Но это твоя проблема, а не моя. Стражник! За меня заплатили штраф. Выпусти меня. А, может, вернешь мне деньги? Все хорошо, надеюсь. Поглядывай в небо. Прости, и будь настороже. Ты что-то вякнул. Верни мне деньги. Не выпускай его. Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе... Хорошо, хорошо. Ой, надо же. Где мои ключи? Придется поискать, а это не быстро. А ты сиди тихо. Когда-нибудь я их найду. Чтоб тебе провалиться! Ладно, хоть какая-то отдушина. Кстати говоря, голос у этого стражника был в точности такой же, как у Геральта из Ведьмака 2. Видимо, актер озвучил тот же самый. Ну что, пойдем попробуем порубить этих ассасинов. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Будем надеяться, не так уж все сложно. Так, что-то меня куда-то не туда занесло. Хочешь поговорить со старой женщиной, а? Сделать свое доброе дело сегодня. Где находится эта пещера Плута, понимаешь? Вот она. Довольно-таки долгий путь. Ну нет, не особо долгий. Часто приходится бывать в облачном районе. О, что для такой высокой, конечно. Сейчас все будет, ребят.
поможем этой девушке. Надеюсь, ее не за дело ищут. Не понял, почему она пропадает, когда так вертишь. Странно. Ну ладно. Топорище, конечно, знатный. Секира. Уф, наконец-то. Так. Где там моя лошадь? Он стоит. Хорошо. Маленько своими путями будем пробираться. Я не думаю, что у нас очень уж много займет эта дорога. Че, лошадка? Поехали. По этой дороге же, по-моему, надо скакать. Да. Мимо форта Греймура проедем, где мы в свое время с Лидией устроили тотальную зачистку местным гопникам. Потому что нехрен. Кстати говоря, бабочки летают, бабочек, оказывается, можно поймать. Тут уже потушили пожар. Ну, да сколько времени-то уже прошло. Интересно, потом надо будет в Рорикстед идти дочищать. А нет, она же сказала, что достаточно убить главаря, и они сами все дальше разбегутся. Так что там мы и закончим, я думаю. Сделали бы они еще в этой игре смену сезонов, то есть зима, лето. Было бы вообще великолепно. Подожди, куда куда я прискакала? Придется на пролом. Хотя это, конечно, не так безопасно. Где-то уже слышу, рядом волки воют. Там мамонты у нас, значит, и гиганты рядом. А с гигантами связываться не очень охота. Но они по большей части безвредные. Опа-на. Я вижу, там огненный атронах с каким-то магом воюет. Так, ну-ка. Подожди-ка. Эй. Это кто тут вообще? Что за разборки у вас? В ранах все жжет. А это кто? А ты кто такой, мать твою, за ноги? Эу! Да что ж с тобой не так-то, а? Нам нужно... Что нам нужно? Нам нужен, во-первых, запас сил. Во-вторых, что у нас по скрытности? Вот, приглушенные шаги, это вообще отлично. Хорошо. А кто у нас там шел такой? Ты кто? Ты
Ты кто такой? Ты смотри, он не нападает на меня? Ну то есть он готов напасть, но... Ты кто, мать твою, такой? Ты что тут ходишь? Как у себя дома. Офигеть просто. Нежить ходит днем, как у себя дома, такого на прогулке встретишь, да? Вот будет сюрприз. Ах, ладно. Где-то тут от Ранах убил мага, кстати. Его бы найти. Ну да ладно. У магов, как правило, ничего хорошего не бывает. Только их халатик. Че, мне далеко там еще идти, нет? Порядочно. Мамонты. Так, ну, здесь или еще дальше? Похоже, с другой стороны этой горы. Добрый день. Я не хочу вам никаких проблем. Просто прохожу мимо. Извините. Не хотел ничего такого, не подумайте. Так, ну чё, где эта пещера? Святилище Стендера. Другие благосклонности сняты. Круто. Я не уверен, что это стоило делать, но да ладно. Так, ну чё, где эта пещера-то? Вот я пришел, похоже. Так, ну что? Будем драться. Будем драться. Иди сюда. А какой сюда? Вот вся драка. Так, ну чё, бандит? Бюштекс, золотые отмычка. Да и все. Хорошо, довольно неплохо с ним получилось. Будем надеяться, дальше будет так же легко. Но здесь явно будет легче, чем там, на севере. Не уверен, что мне О, эти аликарцы, что здесь прячутся. Похоже, я еще... Не болтай, нам платят не за трёп. Как найдут, что они там ищут, так сразу уйдут. Там и платят денежки. Ты куда потерялся? Понятно. Не такой уж ты и сильный. Тут кто-нибудь есть? Да, он сильный был. Сильный. Но все равно слабее, чем даже самый слабый из тех зомби на севере, которые мы в одной из предыдущих частей пытались зарубить. Я уже забыл, как этот крип назывался.
Так, откуда звуки? Откуда-то оттуда, но туда еще попасть надо, конечно. Что у нас здесь? Золото и свиток Астерии. Хорошо. Свитки мы любим. Так, сейчас, секунду. Ты посмотри, с какой он дурынды на меня бежит. Ладно. Сам ты ничтожество. Блин, ты посмотри, обычный, казалось бы. Да блин, что ж такое. Давайте попробуем еще раз, только теперь куди женщина. Хотя тут похоже. Ну так, совсем не страшный. Но. Я не победить. Так. Бля, зачем я беру железные стрелы по привычке? Громил, конечно, был силен. Ну да ладно. Так, что там было? Это неплохо. Ну где-то уже. Замри. Громила? Это так... Громила такая, что ли? Да вашу мать, как у вас тут. Еще я умею вот так. Опять слишком силен, да что ж такое? Вот что я скажу. Тогда я убью тебя в спину. Пустяк! А вот в узких помещениях с ними как-то еще можно драться. Так, там еще одна громила. Поэтому нам нужно маленько подготовиться. Тихо, ты кто такая? Блин, сколько вас там, а? Зелье. Зелье, где там маги? Вот так вот.
до хары стреляться магией. Вот она силище. Так, надо отступить маленько, пересидеть. Иначе это все плохо кончится. Большая часть народа мы перебили, остались два сильных врага. Так. Почему я не могу спрятаться? Все, наконец-то. Супер, теперь можно сохраниться. Почему мое, конечно, этот не срабатывает, оживление зомби? Странно. Хорошо. Остался маг и девушка Громила. Хозяева, вы где? Куда они делись-то вообще? Так, ну допустим, тут я все равно никак подняться не могу. В любом придется сюда идти. Так, вот это у нас Громила. Громила, понимаешь? У меня есть ощущение, что вот этот вот огонек меня палит. Потому что без него они меня гораздо с большим трудом замечают. Тут я. Хорошо. Стелс в игре, надо сказать, просто офигительный. Игра вообще удивляет. Проработана в каждом своем аспекте. Лунный камень. Интересно, девки пляшут. Книжку я уже читал, по-моему. Так, ну чё, где там ваш начальник-то? Тихо. Вот магичка. Нет, это Громила. Чё хотела сказать ты? Видимо, все-таки она и была магом. Это Громила. Что несколько неожиданно. Хорошо, там внизу я уже проходил. Идем дальше. Думаю, эта серия затянется.
Капкан, мать вашу. Кто-то зевает. Блин. Воды только не хватало. Ага. Этот гад близко. Алик, стой! Я признаю твою силу, воли. Не будем дальше проливать кровь. Думаю, нам с тобой есть о чем поговорить. Опусти оружие, воин. Мы знаем, зачем ты здесь. Тебе удалось доказать нам свою доблесть в битве. Давай поговорим, и тогда никому больше не придется умирать. Это опасно. Я думаю, мы все сможем найти выгоду в этой ситуации. Мои люди не станут нападать, если ты опустишь оружие. Меня послали тебя убить. Ах, да, конечно. Как она теперь себя называет? Шазра? Садия? Как-то так, верно? На что она тебя взяла? Взывала к твоему чувству долга? Сыграла на твоей жадности? Или на более животных твоих инстинктах? В конце концов, какая разница? Так или иначе, она убедила тебя в том, что она жертва. Но ты знаешь, почему мы преследуем ее? Ну, расскажи свою точку зрения. Ассасины? Ну что ты, ничего подобного. Женщину, которую ты называешь Садией, разыскивают знатные дома Танета за государственную измену. Нас наняли, чтобы арестовать ее и привести в Хаммерфелл на суд. Ты можешь нам помочь и предотвратить дальнейшие жертвы. Что за преступление она совершила? По-моему, что ты гонишь. Она продала город Альдмирскому Доминиону. Если бы не ее предательство, Танет устоял бы в войне. Остальные знатные дома узнали об измене, и она сбежала. Они хотят взять ее в плен живой. Хаммерфелл так и не покорился Доминиону, и ее будут судить. Блин, а что-то у меня ощущение, что он не врет. От меня ты чего хочешь? Она тебе доверяет в какой-то мере. Она отправила тебя убить нас и не станет думать, что ты можешь замыслить что-то другое. Убеди ее, что мы знаем, где она, и ей нужно бежать. Приведи ее к конюшням за стенами Вайтрана. И мы тут же возьмем ее под стражу. Если ты поможешь нам свершить правосудие, я с радостью разделю с тобой награду за поимку преступницы. Блин, а? Прости, но меня наняли убить тебя, и я выполню это задание. Слово-то я держу. Я надеялся, что мы сможем как-то договориться, что ты поймешь нас. Что нам не придется убивать тебя. Что ж, если ты этого хочешь, да будет так. Бежим, бежим, бежим. Отступаем, отступаем. Эй. Вашу мать, вас тут как тараканов, блин, на хлебные крошки. Так, быстро, быстро лечиться. Вашу мать, сколько же вас тут? Какой хватит? Никакой не хватит. Вот с Кемату могут быть проблемы. Так, блин, ты посмотри. Фу, блин, что с тобой делать-то? Стой,
Будем надеяться, что ты меня не обманывал. Если ты меня обманул, то я тебя тоже, блядь, на ремни пущу. Так. Жаркий был бой. Даже не знаю, правильно ли я поступил. Но раз уж пообещал ей, надо выполнить. Хотя, скорее всего, она и была предательницей. Больно уж мутная баба была. Вот это бой был. Вот это был бой. Так, у вас тут... Ладно, хоть одно зелье. Сундук. Может, какая-нибудь подсказка будет. О, вот это хорошо. Тоже хорошо. Все хорошо. Какое-нибудь послание, может быть, там, или записка, которая откроет мне правду. Кто же на самом деле был неправ? Мутная, мутная история. У нас выход, по-моему. Да. Ты посмотри, да, какой это топор или что это, я даже не знаю. Сложно сказать. Но вещь страшная. Уф. Серия-то у нас, надо сказать, подзатянулась. Как мне все это кодировать и потом выкладывать, сколько часов такую серию. Это же обалдеть. В общем-то, я думаю, на этом мы, наверное, завершим эту серию. Продолжим выполнять этот квест, уже сдавать в следующий. Так что самое интересное оставил на потом. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.